тем же почерком. Песня о Лиле Брик. Еще грустная песня заказывает. Песня, посвященная... Но тут есть другим почерком. Да, песня о Лиле Брик. А, ну, да. Песня, посвященная Лиле Брик, подруге Маяковского, женщине сложной, яркой биографии, которая, с одной стороны, приложила руку к невольнику в безвременной гибели, с другой стороны, обеспечила ему бессмертие своим письмом товарищу Сталину, на котором красным карандашом великий вождь начертал Н.И. Ежову. Тогда Ежов еще не был главой карательных органов, а был руководителем оргодела ЦК ВКПБ. Примите меры к увековечению памяти Маяковского. А дальше то, что во всех учебниках мы изучали в школе. Маяковский был очень талантливым поэтом нашей советской эпохи. И вот песня под Чарли Лебрик. Эту женщину напрасно полюбил ты навсегда. Эта женщина не праздна. Беда, черный смерч над черной глубью, ходит тучи теребя. Эта женщина не любит, но не выпустит тебя. Эта женщина не любит, но не выпустит тебя. Попадая к ней в гарем, ей тревожными ночами не придумывай поэм. Позабудь про эти губы, славной жизни не губя. Эта женщина не любит, эта женщина не любит, но не выпустит тебя. Что не наш, не будет мало, не умереть эту прыть. Будешь вечно с кем попало эту женщину делить. Над тобой смеются люди, эта женщина не любит, но не выпустит тебя. Эта женщина не любит, но не выпустит тебя. Солнце движется по кругу, листья падают в траву. Ты искал себе подругу, нашел себя вдову. Будут бить потомки в бубен о судьбе твоей скорбя. Эта женщина не любит, но не выпустит тебя. Эта женщина не любит.